Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Вчера успешно стартовал проект Centers for Freedom. Сайт немножечко подвисал и как бы немножечко старт отличился от того, что как было написано изначально. Ну ничего, значит, смотрите, это всего заработано у нас. Вот это баланс идет на вывод. И я хочу в этом видео показать, как из заработанных средств покупать до 5 позиций в день. Так, значит, я вчера всех своих, у меня 21 партнер, и я, как и обещала, всех активировала за 10 центов. Так, это можно просмотреть. Вот здесь вкладочка Виндрав, вывод. И вот мои все проплаченные партнеры. Вот видите, пуф или пиф. Пиф, пиф, пиф. Вот все-все-все у меня проплачены. Это я уже сама себе купила. Вот я вам хочу показать, как из заработанных средств это все делать. Так, значит, смотрите. На балансе, как я уже вам показала, 2 доллара у меня, 2,35. Я хочу еще купить 3 позиции себе. Одну я уже купила себе. И плюс еще 3 куплю. Значит, так. Минимальный депозит сюда 2 доллара. Значит, вот кто хочет занести 2 доллара, нажимайте Purchase Position. И у вас вот такая форма выходит. Здесь написано, у вас нажимаете на желтую вкладочку вот на эту. И у вас пишется сразу 2 доллара. И за эти 2 доллара ежедневно будут открываться по одной позиции. Это на 20 дней. Так получилось, что я купила, ну, тем более сайт подвисал. И так получилось, что я купила 2 позиции. Вот. Потом у меня еще капнуло 2 доллара. И, ну, я купила и третью. Это уже ближе к ночи. Вот. Все тут смотрела. Итого у меня матрикс позицион. За 2 доллара у меня по 2 доллара. Вот у меня 2 закрылось. Вот это у меня за 2 доллара куплено. И вот я сегодня купила себе еще за 10 центов позицию. Я вот уже перешла во второй уровень у меня. Как бы вот эти 2 закрытые, перешла во второй уровень. Так, ну давайте, значит, как покупать. Смотрите, нажимаете на вкладочку пуф, вы можете из заработанных средств покупать, как бы, вот здесь аккаунт баланс, вот здесь левел 1 позицион 10 центов, вот эта вкладочка пуф или пиф. Сюда вы вписываете свой логин. Вот мой логин. И я могу купить себе сейчас... Вот, 2 доллара я уже трогать не буду, а вот 35. Ну, 3 позиции я смогу купить себе. Нажимаю. Все. Я купила себе, зелененьким загорелась. Я опять нажимаю. Я еще вот могу 2 позиции так купить себе. И еще одну. По одной позиции, ребят, покупайте. Не сразу, а тут по-другому никак и не сделаешь. Все равно. И вот счет у меня 15 центов. За 10 центов я куплю. И вот у меня 4 позиции. Я сегодня купила. Еще у меня капнет денежка. Вот у меня 5 центов. Я куплю себе еще 5-ю позицию. Вот у меня в день будет уже за сегодня. Да, вот total позицион 9 у меня, так. Капнет еще 5 центов. Я еще 5-ю позицию куплю. И на сегодня у меня уже лимит будет исчерпан. Значит, теперь идем позицион. Матрикс позицион, как смотреть. И вот, пожалуйста.
Значит, две это я вчера, как бы так вот у меня получилось. Бог с ним, пусть открывается ежедневно. Эту я сама уже ближе к ночи купила. И сегодня 1, 2, 3, 4 позиции я себе купила за 10 центов. Так? Вот таким вот образом можно наращивать себе позиции ежедневно. Там вы уже сами решите, надо вам это, не надо. Вот, ну, я вам показала схему. Далее здесь, как я сказала, еще и рекламная площадка. Вот баннер и текст. Посмотрим, сколько у меня сейчас баннеров. Вот у меня уже 1100 кредитов. Я могу вот рекламить уже свои проекты. Ну и здесь тоже должно быть одинаково. 1100. Как бы, да? Вот таким вот образом можно наращивать себе позиции. Ну, все у меня партнеры мои активны, слава богу, я всех проплатила, как и обещала. Ну, а дальше, вот видите, спонсор, это значит, у них означает, что это активный партнер. Так? Это, ну, как бы так переводится всех. Так что проверяйте кабинеты, уже все-все-все активны. И смотрите. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Надеюсь, моя информация была вам полезна. До новых встреч.